Приветствую вас, геймеры, с вами, как обычно, Дмитрой, мы продолжаем играть в DMC Devil May Cry Definitive Edition Крушение Вергилия. В общем, вторая миссия, Опустошенный, называется. Ага. На магазин, если зайти. Так, что-то за улучшалок можно. Интересно, знаете. Не очень удобно тут, видите, серенькие на беленьком фоне, не очень видно. Неистовый полет, правосудие. Правосудие — это тот же драйв, походу, да? Ну-ка. Град ударов. Рубящий по диагонали. О, паникающий слэшер. То же самое, что ли? Прикольно. Сейчас. Ну-ка, иллюзия меча, что мне предлагает. Давайте я иллюзию меча вкачаю. И из предметов надо будет купить крест здоровья. Ну, потом. Сами понимаете, когда мне будет фигово по здоровью, как только я столкнусь с какой-нибудь статуей, обязательно этот крест куплю. Хотя пишут, что тут крест валяется один. Давайте, наверное, сразу куплю. Предметы, крест, здоровье. Все, купили. Следующий будет 1000 стоить. Ну, норм, купим. И его. Погнали. Мы приобрели способность режима ангела. Лежим на земле. Так. Короче, нет у нашего доблестного Вергилия никакой вундервафли, допустим, для ангелов, для демонов. Как я понимаю, у него, у меча есть режимы. Обычные, ангельские, видимо, еще демонические будут. Все ясно. Скажу, что было в ролике. Ролик такой, в стиле, будто школьник в тетрадке рисовал. Ну, по всей видимости, ясно, что это DLC, бывший, ставший самостоятельной игрой. Ну, что там было? Встретил какого-то дяденьку, наш Вергилий, который сказал, что какой ты лох, что от тебя все отвергнулись, вообще, конченый неудачник. Потом встретил Кэт, на которую в Лимбе напал какой-то громадный, даже не знаю, как его назвать. Голем, что ли. Ладно, давайте спасать нашу подругу, если она все еще нам подруга. Ну, для этого она, конечно, костюрок замочит. Ух как! Вот это неплохо. Ух ты! Да, вот это крутая вещь, мне нравится. Ее надо использовать, как только враги на расстоянии. Ух как! Красиво! Мне нравится, ребятки. Главное не увлекаться. Все. Так, нам надо будет идти туда. То есть сейчас есть святая возможность изучить. Интересная такая штука. Туда нам, по всей видимости, не попасть никак. Ну-ка, посмотрим, что здесь есть интересного. Есть что-нибудь? Не знаю даже, ребятки, что-то не вижу. Давайте рискну, попробую запрыгнуть. Потому что там какая-то, не знаю, может, все-таки есть возможность какая-то.
Нет. Нет, ребятки, нету ничего. Там не пойти никак, получается, да? Ну почему никак? Давай последний раз попробуем. Нет, это просто заграждение. Просто играбельное заграждение. Ну, надо же было. Секрет поставить. Секретки поискать. Ну, не нашел. Ладно. Не страшно. Если мы немножко здоровье потеряли, это еще не фатально. Опа. Че, сколько там еще? Всего интересного. О. Прям лесенка такая. Опа. Никаких демонов не вижу. Тихо. Хоп. И секреток тоже, ребят, не вижу. Совсем. Не вижу. Залезли. Секретки какие-то хитрые, может, тут. Не знаю даже. Не, наверное, их тут и нет пока. Просто миссия большая. Блять. В эту фигню лучше не лезть, наверное. Ой. Готов. Еще несколько, да упоролись. Последний остался. Эй! Ой, да. Чё там как-то в своем танце пьяном бегает, атакует. Ой, меня поранил. Ого. Все, замочил. Двигайтесь в направлении портала и нажмите L1. А, это портал, короче, какой-то. Ну, давай. Не скажу, конечно, что мы в какую-нибудь страну эльфов попали, как попадал Данте, но... Какие-то разрушенные здания, бла-бла-бла. Нет, по-моему, это просто портал. Что у меня статуя скажет хорошего? А, улучшение появилось. Давайте режим ангела улучшим. Восходящая звезда. Орбита, воздушный прилив, вспышка. Более тяжелый урон. Ну, я не знаю, давайте, наверное, на Ямато вот это вот вкачаем. А потом режим ангела. Так, тут запрыгивание на врага осталось. Тут вот эти вот фигни. Ясно, понятно. Так, мы можем пойти туда, а можем пойти прямо. Так как стоит статуя вот так вот интересно, я думаю, что стоит пойти именно в эту сторону. Оп. Мне кажется, тут секретки все и водятся. Но если внезапно окажется, что там ролики будут какие-нибудь, или еще какая-то хрень, то я вернусь к тебе. Назад. Вернуться к началу, чтобы дойти до конца. Оп. Я чуть не сфейлил. Тут ускорялочка. Но она приведет нас к ништяку. К звездочке, да? Понятно. Ага. Тут у нас. Слушайте, ребятки. Ч
чувствует мое сердце, что там есть что-то. Ну-ка. Блин, залезть нельзя. Как-то не круто. Нет. Нет, нет, нет. Секреток, к сожалению, тут найти не получается. Ну ладно. Можно, по идее, в окно залезть. Но, наверное, все-таки вся секретка связана вот с этим местом. От которого, может быть, можно будет залезть дальше. Все. Ну, поехали тогда. Нет, он на звездочку-то не залез. Наш дорогой Вирджил. А, вот, стоять. Вот, теперь залез. А вот и квест, ребятушки, братушки. То есть сюда как-то попасть можно. К этому квесту. Надо его попробовать как-то захватить. Давайте-ка. Ой. Это я высоко попытался. Ну-ка еще раз. Ну-ка, может отсюда как-то получится? Как думаете? О! Тут вон еще секреточка. Не зря меня убило. Так. Хорошо, хорошо. Ну, в общем, тут много возможностей для изучения дали нам. Однако, что-то мне кажется, что что-то я пропустил. Какой-то момент. Как думаете? Мне кажется, что как-то можно сюда попасть. Ну-ка, давайте сюда вернемся на секунду. Посмотрим, может... О, во! О-о-о-о! Смотрите. Хопа! Вот тебе и квест, как на ладони. Я ж говорил. Ща. Заберем его. Блин. Упал. Ну ничего, у меня здоровье автоматически уж восстановится, если я тут... Эй! Ты упоролся, Вирджил. О! Молоток теперь. Найден крест здоровья. А то действительно, я думал, упоролся что ли, не может долететь нифига. А это надо просто было правильно высоту рассчитать. Оп! Залезли. Погнали теперь дальше. Знаете, с крестом здоровья даже жизнь стала как-то краше. Настроение поднялось. Сюда, туда и наверх, понятно. Оп, опять залезли. Слышу душу. Вот она. Я, наверное, с громадным таким запасом здоровья закончу игру. С таким, что даже не представляю, какой огромный запас там у меня будет. Размечтался, конечно, я. Думаю, что не все будет так радужно. Но вдруг... Вон там еще один портал. Вон там, вон, еще крест. Да. Ну, фрагмент креста. Эй! Давай, залезай. Не ломайся, дорогой друг. О! Эй! Упоролся? Ну, зато... Зато моего любимого врага в игру добавили.
Яга. ПМ песня у меня на душе теперь. Сэвидж даже заработал. Ой! Это опасно было. Жалко, адскую хрень мы еще не открыли, пока не компьютер. Готов. Прям в режиме ярости его. Поранили. Такс. Но! Хочу снова вам сказать, что чувствую я, что этот портал уже слишком далеко нас отведет. Давайте попробуем вернуться сюда. Ну-ка. Я надеюсь, что я не умру, если буду прыгать. Как кузнечик. Обратно. Потому что чувствую я, он, посмотрите, еще портал какой-то, да? Тут секреток полным-полно. Невозможно. Мир DMC про Вергилия. Блин, сдох все-таки. Невозможно мир DMC про Вергилия попробовать пройти без всяких изучений и так далее. Мне понравилось. Сколько тут секреток. Не эти богомерзкие двери, а такие... Нормальные секретки, которые мне очень понравились. Надо было, оказывается, просто подпрыгнуть. Все окей было бы. Так. Че, на колечко предлагают мне залезть. Давайте. Эй. Видимо, только с одной стороны это колечко. Ну что, забить меня, что ли? И не идти туда? Ладно. Давайте. Нет никаких шансов у меня просто. Ну-ка. Ну давайте хоть здесь посмотрим. Может, есть что-то интересное? Нет? Нету. Мы нашли с вами два фрагмента. Две души и... Я уверен, что второй фрагмент, то есть третий фрагмент и третья душа, они где-то там были. Ладно, жалко, что не получится. Не, ну может дадут шанс вот здесь попробовать поискать. Так. Любопытно. Блин. Не долетаю я до этих парней. Ничего сейчас. Опа! Замочил. Тонны противников всяких. Уй! Я упал. Представляете? Я свалился. Главное не заигрываться, конечно, с секретками, потому что они отнимают ценное здоровье. Несмотря на то, что радость исследования они дарят мне, но все-таки... Ой, стой. Не заигрывайся. Главное не заигрывайся. Что, сейчас навернусь? Вот.
вот это вот красиво получилось. Норм. Так, теперь быстренько посмотрим, может тут есть что-нибудь такое секретненькое. Так, нету, к сожалению, не вижу. Ладно, пошли дальше. О, это что за фигня? Так, 121 красненькая сфера. Ноль способностей, к сожалению. Предметы покупать не буду нафиг. У меня большая звезда жизни есть и малая звезда жизни. А крестов, ребятки, оказывается всего 4. Можно прикупить. Окей. Вон там последний кусочек. А, надо, значит, сюда, сюда и туда допрыгнуть. Сейчас я только подумаю. Так, тут вот эти вот метеориты долбанные летают. То туда, то туда. Ой. Сори, это я не увидел. Опа, сюда. Сюда. Все, я нашел все фрагменты. Одну душу только не нашел, скорее всего, и не найду. Так, надо тут поосторожнее присматривать. Эй-эй-эй. Ух ты! Да, где последний дух находится? Он тут есть? Интересно. Привет. Я по тебе скучал. Ты же мой любимый противник. Я тебя просто обожаю, чувак. Ой. Завтра будет болеть. Ты... Давай, дорогуша. Не заигрывайся. Жалко, нет дополнений, где можно за врагов поиграть. Я бы из-за этого чувака скиллы сыграл бы сюда. Ой. Я не люблю играть, ребят, наводкой, поэтому часто промахиваюсь. Надеюсь, вы меня не будете за это критиковать сильно. Опа! Я на нафиге держусь, в принципе. Да. Тихо. Вот этих вот птичьих ребят я не люблю. Какой-то тупой противник. Мне как-то не понравилось. Ой! Уворачивайся, дурачок. Ой. Готов последний остался. Чуть-чуть. На воронах, которые... Эй! Поранил, падла.
Видимо, когда они видимо его хрен атакуют. Вот такая вот миссия. Неплохо так по стилю. По времени, конечно, печалька. Завершение good. Но чувствую я все-таки, что того духа не нашел. Это, конечно, грусть. Я мог бы вполне на ССС пойти. Зато две улучшалки. Ладно, закончим пока на этом. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте группу, ставьте пальцы. С вами был Дмитров. Всего доброго, увидимся в продолжении прохождения. И помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.